Мало кто знает, но только если вы, разумеется, не смотрели выпуск ДК, который я выпустил на свой день рождения, в котором я смотрел свои старые видеоролики, но самый мой первый видеоролик по сампу, он вышел на сервере, на проекте Arizona RP, а сервер был, я не помню какой, там пересмотрите, выпуск ДК, там все было, там все показано, там все замечательно, круто, по-моему, Феникс был, могу ошибаться, но может быть был и Феникс, и не Феникс, и вообще еще было много всего. Поэтому, если вам как бы все это нужно, если вы за всем этим следите, то разумеется, ну да, вот так к чему я все это? Сегодня мы узнаем самого первого игрока на проекте Arizona Roleplay. Вообще, вот я хотел сказать Феникс, но там как бы не Феникс, там вообще весь проект и как бы... А, нет, Феникс это же был самый первый сервак у них, поэтому, скорее всего, это, ну, как бы на Фениксе был такой игрок. И давайте уже перейдем к самой новости, потому что, наверное, вы все ее заждались, ждете с начала ролика, а я все это не показываю, не делаю, не рассказываю. Почему? Неясно. Arizona Roleplay поделились никнеймом первого игрока, зарегистрировавшегося... Ну, вы поняли. В общем, который зарегался на проекте 23 августа 2014 года. Странноватый никнейм, не находите? И тут есть сам, так сказать, скриншот, сама такая, знаете, фотокарточка, сами вот эти вот все вещи. Ну, давайте вот я прочитаю, и вы сами вот все это поймете, исходя из вот всей этой вот фотокарты, ну, понятно, рекорд проекта. FNLKJ наш ник первого зарегистрировавшегося игрока нашего проекта. Данный аккаунт был создан 23 августа 2014 года, а его порядковый номер в таблице 10. Если кто не знает, как узнать порядковый номер на Arizona RP, ну мало ли такие люди есть, но если все-таки они на моем канале присутствуют, да, вот которые зарегистрировавшегося вот это вот все, то как узнать номер вашего аккаунта, подсказываю, рассказываю, но делаю это один раз, хотя может быть потом будет и второй, а может быть будет и третий раз, потому что я такой, знаете, непостоянный человек, и узнать, что будет, ну, неважно, непонятно, ну, сами понимаете, поэтому как узнать никнейм? Вводите /донат, но донатить не надо будет, и там, как бы, во всем этом, вот, знаете, диалоговом окне, потом, где там будет то ли задонатить, то ли заказать, то ли кнопка донат, то ли еще что-то вот это вот прочее, будет написано баланс ваших АЗ-коинов, и там внизу номер вашего аккаунта, или наверху номер вашего аккаунта, вот, он вам нужен, вы там на него заходите, там с ним вот это вот все делаете, и теперь знаете, какой по счету аккаунт у вас был. У меня это там 885 миллиардов 348 тысяч 482 миллиона тысячи раз штук. Поэтому вот, если вы не знали всего этого, если вам было не ясно, хотя вот знаете, данный видеоролик, его можно было бы сделать в рубрике Shorts, как но многие вот называют все вот эти вот короткие видосы, там типа для телефонов 15 секунд и так далее, чтобы там все возможно. Arizona RP, Arizona Games, они такие, знаете, хитрые, и они специально для этого все это и делали, чтобы ютуберы записывали вот подобные видеоролики, набирали просмотры, набирали себе новую аудиторию, делали вот какие-то прочие возможные вещи. Но, к сожалению, вы знаете, я иду против системы, я underground, я вот вообще мне даже если на этом ролике будет там, я не знаю, 50 просмотров или вообще 10, или будет написано нет просмотров, мне все равно, потому что самое главное, что данную новость я обсудил, я ее до вас донес, а также пообсуждал некоторые прочие вещи, с которыми вы могли столкнуться, когда типа заходили на Arizona RP. Многие из вас могли не знать вообще, как узнать номер своего аккаунта, а после моего вот этого вот видеоролика, после моего вот такого, знаете, небольшого ликбеза, вы все это могли узнать. И не нужно там писать, что я клоун, что я растянул там секундную новость на 5 минут или там, я не знаю, дай бог, на 4 минуты, то есть, ну, такого писать не надо, я и сам все это, ну, знаю, если, возможно, вы не знали, то я как бы все это сам знаю, и вот вы должны тоже, наверное, все это знать или должны все это не знать. В общем, неважно. Я считаю как, что на Arizona Roleplay Феникс был первый человек вот такой, а вы можете стать хоть и не первым, но хотя бы каким-то вообще попытаться в своей жизни хоть чего-то добиться, хотя бы на Arizona RP сервере Феникс. Что вам для этого понадобится, как чтобы там чего-то добиться на сервере Феникс? Возможно, вы не знаете, возможно, там еще что-то. Я вам подскажу. Во-первых, вам нужно при регистрации на данном замечательном проекте, сервере и так далее, на сервере Феникс, хочу вам напомнить, это самый первый сервак, IP есть в описании, вам при регистрации на данном проекте, на данном сервере нужно ввести мой никнейм Данте Коннор в поле пригласившего вас игрока, тогда вы получите 300 тысяч виртов при достижении вами 5 игрового уровня, а также потом нужно еще ввести мой промокод #NoToxic54,
тогда вы тоже получите много всяких дополнительных там субсидий, возможно, я не знаю, там пенсии, социальных выплат, и еще там много всего дает данный промокод, наверное, я не знаю, я его не прокачивал, но могу прокачать его, если там будет много активаций, поэтому вот, не теряйте момент времени и всего прочего, заходите, там, я не знаю, подписывайтесь, ставьте лайки, новое видео выйдет завтра, я надеюсь, что это все будет в 20:00, либо немного попозже, либо немного пораньше. Всем спасибо за просмотр, и всем, разумеется, пока, и до свидания, и пока.